ты как папа. Может, это смешно звучит, но чем ближе они становятся, тем больше авторитет приобретают и они другие наставники в наших глазах. Что такое студенческая жизнь и каково это быть студентом, рассказывают учащиеся Южно-Казахстанского инженерно-педагогического университета Дружбы народов. Сегодня здесь проходит День открытых дверей. Старшеклассники нескольких школ города выбирают себе будущую профессию и вуз, где хотели бы ее получить. Все мои знакомые учились в этом университете. Все они хвалят учителей, преподающих здесь. И я решила остановить свой выбор именно на нем. Уверена, что мне здесь дадут все необходимые знания. 100 старшеклассников-выпускников сегодня ознакомились с жизнью университета, осмотрели аудитории, познакомились с процессом обучения. Каждый интересовался именно своей выбранной профессией. По статистике, самыми востребованными на сегодняшний день являются профессии радиотехника, нефтяника и дизайнера. И именно им в университете уделяют большее внимание. Оказывается, в этом университете так много лабораторий, мне все очень понравилось. Даже захотелось какой-нибудь опыт провести. Еще одной отличительной чертой Южно-Казахстанского инженерно-педагогического университета Дружбы народов является то, что каждый студент по окончании учебы может трудоустроиться по своей специальности, ведь университет сотрудничает со многими предприятиями города. В нашем университете мы пользуемся новейшими инновационными методами обучения. Наши выпускники очень хорошо трудоустраиваются, но спросят, как, почему, вроде одна статистика, но на самом деле у нас есть чем гордиться. Почему так происходит? Потому что мы в основном все образовательные программы готовим совместно с нашими работодателями. Больше 22 лет здесь готовят специалистов по 25 профессиям бакалавриата и 11 профессиям магистратуры. Социально защищенным или малообеспеченным студентам, призерам олимпиад в университете даже полагаются льготы.